Всем привет, дорогие друзья, с вами Алекс. И сегодня мы будем... Ну, у нас посылка из Китая номер 2. Я ее уже открыл. Была она упакована, скажем так, не очень хорошо. В общем, вот. В этот кусок пенопласта. Так. А, это у нас камера. Да. Такая вот. Ну, наименование шпионская, тире-видеорегистратор. Ну, я не знаю, как с видеорегистратором, но камера очень маленькая. То есть вот под шпионскую она подходит больше, мне кажется. Вот, то есть она. Меньше руки. Вот. Намного меньше. В нее в комплект входит крепление. Входит. Вот. Такое. Вот. Чтобы... Это я не знаю, куда что. В общем, вот. Крепление. Ой. Такое вот крепление. Потом. Так. Вот такое мое любимое. Сейчас я вам его покажу. Все. Вот. Такое вот. Очень удобное. Вот как раз для шпионской камеры. Потом вода. Это. Вот, ну. Вот защитный, так скажем. Чехол вот защитный. Ну и веревочка, чтобы вот, не знаю, на ключах носить. Вот. Еще в комплекте была инструкция. Вот она. Тут, конечно же, ни слова по-русски. Все или по-английски, или по-таджикски, по-китайски. Ну, в общем, что тут сейчас скажешь? Видео, ну, с этой камеры я в отдельном видео прям сниму и уже выложу скоро. А, да, еще в комплекте входил USB-зарядник. USB-шный. Вот. В отдельном видео я покажу про, ну, съемку с этой камеры. Ну, в общем, стоила она 320 или 370 где-то вот так рублей. Такая очень дешевая за такие деньги. Камеру вообще невозможно купить, но... А это же Алиэкспресс. Я еще не снимал с нее. Ну, посмотрим, какое качество съемки. Тут вот, кстати, не написано. Видеоформат AV1. Видео, так... 30 FPS у нее качество съемки. Ну, так скажем, плохое. Очень плохое. Ну, в общем, такая херобора была. Вот, хорошая камера. Тут вот... Блин, не фокусирует ни хрена. Это вот уже кнопочка, чтобы вот снимать начать. Мод кнопочка, не знаю для чего. Для microSD. Reset это микрофон. Ну и power, включение power. И вот зарядник. В общем, вот, дорогие друзья, с вами был Алекс. Всем удачи, всем пока!